Набор волонтеров всероссийского голосования за объекты благоустройства в самом разгаре. Стать добровольцем приглашают уральцев, в том числе и представителей серебряного возраста. Желающие помочь в информировании жителей области о предстоящем голосовании могут зарегистрироваться на сайте добро.рф. В 2023 году добровольцами голосования стали многие уральцы, порядка 200 из них в возрасте 50+. Они помогали людям в выборе проектов благоустройства общественных пространств в своих населенных пунктах. Напомню, в Первоуральске уже обновили парк на Хромпике, центр города, Корабельную рощу и набережную Нижнешайтанского пруда. Федеральный проект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Недавно в Первоуральске также завершился первый этап голосования за общественную территорию, которую преобразят в 2025 году.